Дорогие друзья, к моему сожалению, предпоследнее выступление нашего сегодняшнего отчетного концерта. Руководитель сети профессиональных школ восточного танца Сезента, главный организатор главный организатор чемпионатов РАКС Альмалак в Смоленске и Новосибирске, известная танцовщица и педагог Судакова Ангелина, город Новосибирск.
Вы все видели сами. Только что свой талант продемонстрировала Судакова Ангелина, главный организатор чемпионатов РАКС Альмалак в городе Смоленск и в городе Новосибирск. Давайте еще раз подарим аплодисменты. 8 лет к ряду она занимается тем, что приглашает разных танцовщиц с разных уголков Сибири и ближних городов, которые находятся к нам, и, соответственно, организовывает такой чемпионат. Судакова Ангелина!